не терпится снова. Слышал, один парень уверяет, что построил телепортатор, а сам при этом живет на свалке. Это ж брехня, да? Хотя кто знает, стоит проверить. Помощник, ты еще здесь? Меня ищешь? Ты от Рины? Рина обещала прислать подмогу. Ты как раз вовремя. Сектанты — это ерунда. Просто отвлекает внимание. У нас с тобой есть более важные дела. Угроза неизбежна. Грядет глобальная катастрофа. Больше сказать не могу. Они слышат все наши разговоры, выцепляют ключевые слова, чтобы найти нас и уничтожить. Мы им не позволим. У меня есть план, и ты мне поможешь. Но мы бессильны, пока не уничтожим подслушивающие устройства на башне Purple Top Telecom. А если мы их не уничтожим, то мы не сможем перехитрить врага, не переиграем его и... ну, ты понял. Фу, представление начинается. Ликбез.
я и Ирина не преуспеем, можешь забыть о Фулл Сэнди, как и о всей планете. Видишь, как высоки ставки? У нашего врага есть имя. Инопланетяне. Но не те, что запускают зонд в твой черный ход. Нет, наши инопланетяне — эгоисты и засранцы. Ваши разборки сбивают меня с толку. Я выхожу из игры. Скажи, что да. Ладно, партнер. Этап номеро дос. Начинается самое интересное. Сейчас сдадутся все скептики. Мы не перейдем к третьему этапу, если ты не увидишь все своими глазами. Ты увидишь, что они уже здесь. Тайна. Их разведчики изучают, оценивают нас перед неизбежным вторжением. Если их не остановить, нам конец. Вот так! Все идет к этому. Мы обыграем их в их же игре. Ты должен спасти нас. Столько клише хватит, чтобы убедить тебя. Хорошо. К западу от круга на полях есть образцы их тканей. Их легко найти. Они светятся, а их жужжание сводит зверей с ума. Не ровен час, и у нас от него крыша поедет.
Почти пришло. Ты нашел их? Нашел? Давай образцы. Скорее. Лина будет рада. К слову, он готов. Динамический лазерный конденсатор завершен. Пора повеселиться. Не подумай, все было круто. Просто пришло время для нового приключения. Похожего, но достаточно необычного, чтобы оправдать затраты. Ты знаешь, о чем я. Ты понимаешь. Но нам нужна энергия, и больше, чем дает местная подстанция. Я знаю, о чем ты думаешь, но притягивать молнию мы не будем. Я уже пробовал. Итак, трансформаторная подстанция на севере весьма мощная. Нужно перенаправить все электричество сюда. Энергии как раз хватит на один раз. Указания передам по рации. Иди. Второго шанса спасти мир от гибели не будет! Пока генераторы не накрылись. О, благодаря тебе мы с Риной спасем галактику. Я знаю, о чем ты думаешь. Я тоже хочу тебя взять, но там будет слишком опасно. Рина говорила только обо мне. Мы не можем так рисковать. О, не расстраивайся. Ты ведь многого добился. Достиг своей цели. Теперь ты можешь гордиться тем, что стал частью великого замысла. Хотя вообще... Тебе еще надо нажать на кнопку. На генераторе. Все, больше ничего.
Спасибо. Теперь я понимаю, за что тебя все так любят. Прошу, спаси. Ты защитил паству от грешников, им не сыскать. У всех действий есть последствия, помощник. Твои друзья здесь, со мной, в Фолдзенде. Они ответят за твои грехи. Благодарю. Ты можешь присоединиться. Ведь это ты обрек их на страдания. Спасибо, помощник. Другого шанса сказать «да» не будет, помощник. Не упусти его. Я слышал, что секта усилила оборону на всех своих аванпостах. Будь осторожнее.